дружочек. Ну ты же понял, это награда за ВЛ впервые. Впервые, ребята, я сыграл ВЛ FIFA 21. И теперь мы получаем награды и будем, ребята, их открывать, смотреть, кайфовать. Поехали, ребята, награды за ВЛ, это для меня почти праздник, ребята, это почти праздник. Я сделал серебро 1, одной победы мне не хватило, до золота 3, реально одной победы, что-то просто не везло мне конкретно в последний игровой день, и это было, мягко говоря, обидно. Но тем не менее, мы проходим квалификацию на следующую ВЛ, ребят. Если вы хотите посмотреть ВЛ в моем исполнении, тогда подписывайтесь на мой канал Максим Шубин. Ссылка, ребята, есть в описании, прям подписывайтесь, также в закрепленном комментарии я закину. Играешь в FIFA 21 в режиме Ultimate Team и хочешь собрать крутую команду? Тогда тебе нужны монеты для FIFA 21. Их ты можешь приобрести по самому выгодному курсу на рынке без банов и кидал в моей частной группе ВКонтакте. Наша группа частная, и она доступна только по ссылке в описании, только для своих. Лично я гарантирую честность покупки. Также вы можете посмотреть отзывы и сами его написать после покупки монет. Мы продаем монеты на ПК и PS4. Чтобы купить монеты, вам нужно написать в личное сообщение группы, и там будет происходить вся сделка. Ссылка на эту группу есть в описании. Ну и монетки, если вам нужны, то, ребята, ссылка тоже есть в описании нашей группы ВКонтакте. Так, мега-набор, большой премиум набор золотых игроков, 20 тысяч монеток, выбор игрока супер мид и 2000 очков квалификации, ребята. Что, сразу? Ну ладно, погнали, раз уж надо, тогда сделаем. А, Хакими, кстати, Хакими, только он ПП. Это типа прикольно, Хакими такой или нет? Просто он как бы, ну, вообще не подходит под мой кап. Совершенно, ну вот никак, абсолютно. Ну, конечно же, я выбираю его, наверное, да, или этого чувака, он как бы, он никак. Нет, короче, все-таки выбираю Хакими, просто как бы рейтинг, скорость прикольная, да. Ну, это, наверное, даже неплохо, потому что, ну, а что там, какая вообще команда недели? Я даже не смотрел, ребят, давайте посмотрим команду недели, вот конкретно сейчас, когда я снимаю этот ролик. Ребзи, я, похоже, нашел команду недели, вот, ну, блин, тут, конечно же, выделяется Мане сразу, то есть Мане я бы, да. Канте тоже неплохо было бы, очень даже неплохо. Канте, Мане, ну, Мане топ, супер топ, Канте тоже, я думаю, неплохо было бы. Вот эти два парня, ну, Морес, может быть, там, ну, по крайней мере, стоит. Ну, кстати, вот Хакими, это не самый плохой, то есть... есть вот этот чувак, но он как бы еще менее прикольный, как мне кажется. Грецка, Инсинье, Зомер, наверное, да, это Зомер. Ну, блин, ну что, окей, хотя бы так, да, хотя бы так. Но, черт возьми, он не под сыгранность не подходит, ну, никуда никак. Вот если бы Мане там какой-нибудь выпал, там, Канте, да даже Морес. Поехали, ребят, награды за ВЛ. Что-то как-то мало наград, я думаю, больше будет. Окей, поехали, давай. Верим, надеемся и ждем, что будут там супер топ игроки у нас. Морес? Блин, реально Морес. Слушай, так это нормально? Не, ну в том плане, что этот чувак минимум сетку стоит. Минимум сетку — это уже неплохо. Морес, братан, здорово, здорово, братиш, как дела? Как говорится, добро пожаловать в велкомочки. Я даже рад, ребята, в принципе, рад. Сколько он стоит? Ну давай, блин, что, 500? Ну нет, 500 ты говоришь. 200, что? Нет, 200, 180. Ребята, 180, ну 170. Ну 170 хотя бы стоишь? Ну 170, блин, 160 хотя бы. Ну я думаю, 160 тысяч ты где-то он должен стоить. Да, 160 тысяч где-то будет у нас. Ну там еще с учетом этой, короче, 5%. Где-то 150 тысяч, короче, ребята, ни хрена себе, нам повезло, ребята. Слушайте, ну надо сливать его, конечно, будет поскорее. Хотя давайте сразу солью его. Блин, я тут небольшую ошибочку совершил. Я его поставил за 500 тысяч. Упс, как говорится, ну, за 500 тысяч, конечно, никто его не купит. Но тем не менее, блин, я тупанул. Ладно, бывает. 30 золотых. Ну, погнали, что. Ну, 150 монет как бы уже есть, нормально. Чё, может, там какой-нибудь... Нет, это похоже, фигня какая-то, да? Это хрень. Хреня. Да. Да, это, блин, это прям очень плохо. То есть пак вроде бы более дорогой, ну как бы да. Ну, в принципе, нормально, ребят. 150 штук, камон. Эктор Белерин, кстати. Ну что ж, ребятки, открываем пакцы. Первый редкий, ну, 21 редкий, 12 золотых. Ребята, не знаю, что это, конечно. 22500, как бы я вот меняю на паки. Три пака, я не знаю, что это получится. Нет. Вот так сразу, да? Ну окей, это все-таки самый. 7 редких, ребят. Ну что ж, 7 редких, погнали. 7 редких, ну что, ну давай.
что-нибудь годное. Лукал какой-нибудь. Швеция. Форвард. Златан Ибрагимович? Блин. Старенький такой тут. Это как бы прикольно так-то, но, блин, у него 83 рейтинг уже. То есть, если бы в FIFA 2-3 назад он упал, там был рейтинг, наверное, 86, 87, 88. Блин, так-то прикольно, это мой любимый футболист. Ну, скорость 52. То есть, он как бы и стоит вообще копье. Блин, это вроде легенда, знаете. Как-то вот такое двоякое мое чувство. Типа, блин, мой любимый футболист, конечно, экономически не очень доволен. Ну что, ребят, самый жесткий пак, 12 редких. Пак, наверное, за 50 тысяч. Хотя бы, чтобы дошел до туда. Дойдет? Дойдет. Германия. Вратарь. Блин, я что-то как-то Нойер, типа. Трап. То есть, как бы, вратаря они и так, как бы, здесь вообще не тащат. А здесь еще, как бы, и 83-й. То есть, это вообще не алло. И это не Нойер. Ну, я не знаю, может, 1010 хотя бы стоило, а этот чувак, ну, я думаю, не особо что-то стоит. Ну что, открываем очередные пакцы. Один редкий, 12 золотых. Это награда за Squad Battle, за бронзу какую-то. То есть я всего 2 матча там сыграл, выиграл. В общем, здесь не супер топ награда, но также будут в этом, в этой части, так сказать, видео награды за предзаказ. А здесь у нас что? Здесь у нас ПФА Минамино. Слушай, чувак-то, в принципе, из Ливерпуля. Он японец. И, кстати, вот, ну, если будет примерно такой же чувак, ну, в смысле, рейтингом там, да, из АПЛ, то это будет тоже неплохо. Нет, это хуже. 12 редких, 12 золотых. Ну, я думаю, сегодня будет воукаут. Я думаю, сегодня будет воукаут, да. Это воукаут. Босния Герцеговина. Джека, да? Джека. Или нет? Да, Джека. Это не воукаут. Ладно. И снова 12 редких, 12 золотых. Вот еще бы 12 редких игроков было. До 90+. Этот пак стоил бы, наверное, пару десятков миллионов монет. Так, Норвегия. ЦАП. Реал Мадрид. Как его? Одегар. Слушайте, ну клубы зато какие нам выпадают. Окей. Мы продолжаем открывать пакцы, ребята. Это у нас паки за Squad Battles, за очередной Squad Battles. Также в этом видео, я думаю, еще ставлю награды за ВЛ. Ребят, первые награды мои за ВЛ. Но здесь... Так, здесь у нас пока что что? Аргентина. Месси? Нет, ЛЗ. Аякс. Таглефико? Или как там его? Таглефико! 84, ребята. Ну, в принципе, прикольно. Но стой... Блин, один редкий как бы и 84. Ну, типа норм. Три редких, и сейчас я чувствую, здесь будет... Ух, что-то будет. Что-то будет, ребят, что-то будет. Погнали. Итак, волкаут, не волкаут. Нет, ой-ой, а что-то как-то близко сразу. То есть я даже... Да, не дождался. Золотых. Слушайте, что-то как-то прошлый пак... Ну, позапрошлый пак, получается, был лучше. Так, а что он здесь ждет нас? Так. Что-то прям супер быстро. Даже это получается не рарные, ребят, не редкие. Странно. Итак, ребят, за предзаказ паки 12 редких, 12 золотых. Ну что, волкаута сегодня будет какой-нибудь, какая-нибудь годнота, так сказать. Ну давай, пожалуйста. Ну как бы надо. Пора бы уже. Тысяч. Миллион. Так, это что? Это Чили, ЦП. Артур Видаль? Да, Артур Видаль. 83 рейтинг, как бы не особо. Круто, но в принципе у меня, кстати, он даже есть. Артур Видаль, только арендованный. Вот. Ну что, ну Артур Видаль, что, не стоишь? Нет. Родриго, ПФА. Так, и иконы. Ну что, ну погнали. Что, не стоишь, братан? Ну, хотелось бы. Ну, 1003, может быть, тоже. Может быть, 2,5, не знаю, посмотрим. Окей, 12 редких, 12 золотых. Ребят, ну что, здесь будет волкаут. Волкаут, ребят, ждем волкаут. Нам нужен волкаут. Игона такая. Икона, можно икону, пожалуйста? Икона нам бы не помешала. Так. А, что-то как-то да. ЦП Мирино. Ох, братан, тебе поспать. Ты что-то такой прям... Так, ну еще один у нас получается набор, ребята. Годнота. Годнота, как говорится. Еще один набор. Один редкий. Ну, слушайте, может быть, здесь в редком кого-нибудь Месси поймаем или Роналду. Кто знает, ребят. Кто знает. Лотерейка, как говорится. Так. Икона. Испания. ЦОП. Барсио. Бускетс? Серьезно?
Серьезно? Один редкий какой-то вообще бичевский пак, типа, вот, ну просто в паке был Пак и Сережа Бускетс. Конечно, он ничего не стоит, скорее всего, ну, либо стоит копейки какие-то, но, все... но сам факт, ребят, еще 1500 монет. Просто годнота. О, так он что-то стоит, 32 тысячи. Ну, слушайте, он что-то стоит, ребят, это плюс 20 тысяч, то есть в таком паке. 20 тысяч где-то около того. Короче, блин, кайф! Просто кайф! Кайф! За какое время мы, конечно, еще их продадим, но тем не менее, надеюсь на баланс где-то в 300 тысяч. Ребят, спасибо, кто пришел, посмотрел, лайк поставил, подписался. Всем удачи, всем пока!